Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, действующего Александра Георгиевича Лукашенко. Объясняю почему. Объясняю почему. Нет, я осознанно это сделал, потому что я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете? Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство. Я буду отстаивать его. Я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом.